Tie secure, no crack, no damage, no cuts, no leaks, clean, no illegal holes, no illegal welds, no missing bolts, working. Tie secure, no crack, no damage, no cuts, no leaks, clean, no illegal holes, no illegal welds, no missing bolts, working. Tie secure, no crack, no damage, no cuts. Юрий, расскажите, пожалуйста, как прошел ваш экзамен сдачи на пермит? Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я сдал, получил пермит. Называется он Commercial Learning Permit. По технологии, полученной в школе Леонардо, это оказалось достаточно, не то что просто, но легко, так скажем. Первую часть, самую сложную, General Knowledge Test, подготовка заняла порядка, наверное, недели, нескольких дней, так скажем, таких полноценных. И скажу, что вот эта технология очень помогает, потому что понять эти вопросы достаточно сложно. И поэтому такой как лайфхак вот этот очень помогает в сдаче. Вторую и третью часть, это combination vehicles и air brakes, оказалось вообще изи-пизи достаточно. Вот, и единственное, хочу сказать, что берите с собой medical card на последнюю, когда сдаете, и все будет отлично. То есть достаточно быстро все и легко. То есть Америка — страна возможностей. Что будет дальше, не знаю, пока только получил позавчера пермит. Спасибо огромное. Tie secure, no crack, no damage, no cuts, no leaks, clean, no illegal holes, no illegal welds, no missing bolts, working. Tie secure, no crack, no damage, no cuts, no leaks, clean, no illegal holes, no illegal welds, no missing bolts, working. Расскажи, пожалуйста, как ты сдала тест, какие у тебя ощущения, как быстро тебе удалось пройти его? Я сама себе не могу верить, что я прошла General Knowledge Test. Там нужно учить за 200 вопросов. Ну, как учить? По нашему методу вообще было все так легко, без никакого труда.
просто приходить на занятия к девочкам, к Ане, к Дане, и вообще прям не верится, что я этот экзамен сдала. И причем там особо как бы ничего не нужно было задумываться, сразу ответы появлялись. Прям до сих пор я не могу поверить, что я прошла. Там было очень просто, мне просто это заняло где-то 15 минут, и без никакого труда, могу сказать, это все можно пройти замечательным справлением. Скажи, что ты всем кричала, что ты ничего не знаешь, но в итоге у тебя мозг знает, brain knows. Это точно, да. Я чувствовала, что столько вопросов, я в один момент почувствовала, что как будто бы много информации, что я путаюсь. Может быть, я сама думала, что я путаюсь, но когда мне задавали вопросы, я просто уже знала правильный ответ. Прекрасно. Просто сразу отвечала правильный ответ. Прекрасно. Спасибо. Спасибо большое, Надя. Очень довольна. С наступающим вас Новым годом, старым Новым годом по русскому стилю, да? Значит, мы с вами живем уже в этом году. В Америке по новому году, по старому, по новому стилю, сейчас по старому будем жить. Мы дружно идем к 22-му году. Значит, сегодня мы проводим вебинар на ту же тему. Всех волнуется тема, это именно, что же нас ждет в 22-м году по поводу CDL Driver License и вообще по поводу этого бизнеса. Значит, смотрите, я сегодня смотрел, допустим, что, почему сейчас очень многие хотят получить CDL. Смотрите, где-то зарплата доктора, причем я беру такого шикарного доктора, косметолога, да, где-то составляется 200 тысяч в год. А учиться ему надо где-то 11-15 лет. И потратить где-то, у них семинар там 40 тысяч, что ли, стоит. Очень много надо потратить для того, чтобы выучиться. То есть несколько сот тысяч надо вложить, чтобы получить этот диплом, он будет получать 200 тысяч долларов в год. То есть хорошая зарплата для Америки, нормально. Это я беру высокого доктора косметологии, там, хорошего доктора. Теперь дальше. Теперь что у нас получается с трак-драйвером? Значит, он потратит несколько тысяч. Понимаете, несколько тысяч он потратит, а займет у него там полтора, пускай даже два месяца. И он получает, сейчас вот ребята мне звонят, заработки идут от 20 тысяч в месяц. Да? То есть практически он получает как доктора. Но затрат меньше, времени надо меньше, и поэтому если вы вложите в себя какие-то деньги, то, в принципе, вы вкладываете в себя деньги, в вас, это ваш бизнес. Поэтому вот так вот получается, что будет спрос на этих, на водителей всегда будет. Потом, значит, смотрите, сейчас не хватает водителей, все это знают. И вот у нас, допустим, в школе учатся люди, да, и мне многие звонят компании, наши ребята бывшие, которые закончили, держи, пожалуйста, нам дайте водителей, мы возьмем любых водителей. Говорю, ребят, с удовольствием, но нету. Потому что все, кто приходит, они уже все имеют работу. Их всех уже ждут на траках. Они заканчивают, и со школы сразу садятся в трак и поехали. Водителя не хватает. Но как бы в 2021 году и до этого новые водители вступали в этот бизнес, потому что достаточно трудно, но можно спокойно получить CDL Driver License. С февраля же месяца с новыми положениями будет очень трудно получить driver license. Если сейчас даже человек, который не знает английский язык вообще, он приходит учиться, да, и мы его за два месяца, окей, мы его все равно выучим, он сдает экзамен, он сдает сам экзамен, нормально сдает. Кто-то там пишет, вот он не знает английского. Он знает английский для того, чтобы сдать экзамен, и для того, чтобы работать на дороге. Этому достаточно. Его на дороге не будут спрашивать, что ты ел сегодня на завтрак? Его будут спрашивать про трак, в каком состоянии трак находится, как эта деталь называется. Он на это ответить всегда может, пройдя на школу. Вот. Но снова с февраля месяца теперь, значит, там идет
Это 400 или 500 вопросов. Я сейчас, мы отготовим эту программу. 400 или 500 вопросов, на которые надо ответить. Мы так протестировали среднее протестировали. И, значит, ребят, если у кого-то есть какие-то вопросы, там сверху есть вопросы, туда нажимайте и пишите вопросы, чтобы нам не отвлекаться. Потом мы в конце ответим на вопросы. Хорошо? Справа и сверху в углу есть вопросы. Кликайте туда и пишите. Значит, и здесь сейчас новенькие туда не зайдут. Тяжело сдать это. 5 часов надо сдать только этот экзамен, получить сертификат. Представляете, как это сложно? А у кого нет английского, ему придется... Он сдаст, не проблема. Мы сейчас готовим программу, которая поможет также сдать, как у нас сдают все, кто плохо знает английский, получают пермиты, тут получают, девочки делают чудеса наши. Вот. И здесь то же самое. Мы сейчас пишем программу. Эта программа будет также, вы будете, сможете пройти эти тесты? Да, сможете. Но время уйдет много. Время уйдет много, потому что это... Ну, представьте себе... Если 5 часов только сдавать, 450 вопросов где-то, то это месяц, полтора, то и два у кого уйдет обучение этих вопросов. Только вопросов обучения. Поэтому, если у кого есть еще есть время получить пермит, пожалуйста, думайте. У себя в Штатах, у нас, приезжайте, звоните, сделайте удаленно, получайте пермит. Последний день получения пермита 4 февраля. 7 февраля, это понедельник, все. 7 февраля вы получаете пермит, идете по-новому сдавать. А профессия, как я вам сказал, очень выгодная, хорошая профессия. Денежная, семью можно кормить. И, как правило, особенно вот касается молодых ребят, значит, когда они заходят, начинают работать в траке, они ездят, потом покупают сами трак, а потом покупают второй трак, друг друга сядут или еще кого-то сажают на трак. И таким образом потом он расширяется, и у него потом своя компания. Все большие и маленькие компании, все их хозяева, они начинали трак-драйверами. В Америке все так. Весь бизнес строится. Ты начинаешь с нуля в каком-то бизнесе, поднимаешься потихоньку, изучаешь этот бизнес, и потом ты входишь в этот, сам открываешь такой же бизнес. То же самое трак-драйверы. Поэтому работа хорошая, профессия хорошая, интересная. Я сам отъездил много по Америке, я знаю, что это такое. Поэтому смотрите сами. Значит, еще раз говорю, что время пока есть, торопитесь. Нет, ничего страшного, придет время, и значит, тогда вы не сможете сдавать по старой программе, будете сдавать по новой, обращайтесь, мы поможем вам нормально. Сейчас более подробно расскажет о новой программе наш адвокат Геннадий Седиков. Гена, пожалуйста. Меня зовут Геннадий Седиков, я адвокат Леонардо CDL, и, как Евгений уже сказал, к нам едет ревизор, вернее, он уже приехал, только мы его еще не встретили. Последний день по старым правилам, кто может получить пермит, CLP, Commercial Learning Permit, будет 4 февраля этого года. Осталось, я считаю, меньше 2 недель, что будет после этого. После этого программа усложнится, как по-русски говорится, в разы. Другими словами, вместо 4 дисциплин, которые нужно было сдавать, это Air Brake Combination и General Knowledge, будут сдаваться еще 31 подразделение, по которым нужно будет сдавать экзамены и получить не меньше 80% подтверждения, что вы их сдали правильно. Леонардо CDL зарегистрировано уже в федеральном банке данных как провайдер для теоретических знаний. То есть мы можем выдавать сертификат, и мы будем выдавать сертификат тем, кто сдаст у нас экзамен. Экзамены будут делиться теперь на две части. Теоретическую часть можно будет сдать у одного провайдера, и практическое вождение у другого, или все можно пройти у другого. Это изменения, которые сделаны первый раз за 40 лет, и мы уже к нему готовы. Но пренеприятнейшая новость, что обучение будет стоить уже, наверное, со следующей недели, и во многих школах она уже от 10 до 12 тысяч долларов. Поэтому
Это не финансовая катастрофа, как говорил одесский раввин. Если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, это расходы. Просто тех, кто хочет стать водителем грузовика, их ждут расходы, которые будут в 2-3 раза больше, чем были в прошлом году. Но, как Евгений уже сказал, катастрофа с водителями, она не только продолжается, она, наверное, станет еще хуже, потому что вот те 800 страниц, которые нужно будет прочитать и сдать мне, Евгению, ответить на 320 вопросов, которые только ответить занимает 5 часов, будет потребовать гораздо другого подхода к этой системе. И 100% оно уменьшит количество водителей, которые будут заканчивать школы. Поэтому я даже не могу сказать, я предполагаю, что катастрофа с водителями в компаниях, она будет только ухудшаться, а рыночный спрос и предложение будут балансироваться, поэтому водителям будут больше, чтобы они работали на компанию, потому что без водителя никто не зарабатывает денег в транспортной индустрии. Грузовики сами не ездят, диспетчеры сами не перевозят ничего. Кто меня не знает, это хорошо, потому что я адвокат, лучше меня не знать, вам дешевле. Но я закончил Леонардо Сидиел, и я отработал водителем грузовика целый год, пока я пришел сюда адвокатом. И все деньги в транспортной индустрии делаются на спине водителей грузовиков, поэтому им будут платить больше. Когда я начинал работать в 2020 году, мне платили 36 центов за милю. Сейчас, наверное, платят уже ближе к доллару. Что будет, допустим, после февраля, март, апрель, мне трудно представить. Но для большинства транспортных компаний катастрофа, она будет продолжаться, потому что уже сейчас во многих крупных компаниях у забора стоят 300-400 новых грузовиков, в которых нет водителей. И их не будет, потому что система усложнилась. Но опять, все это возможно. Леонардо сидел, мы получили лицензию на предоставление теоретических услуг, и мы предоставляем сертификат. Но не подумайте, что вы пришли, заплатили 3 копейки, получили бумажку и куда-то с ней пошли. Вам нужно будет учиться. Вам нужно будет поглощать этот материал, вам нужно будет использовать нашу программу, о которой вам расскажет Анна, которая поможет сдать. Мы используем компьютер, который у вас в голове против того компьютера, который создан DMV. Ничего здесь нет необычного, но сама программа очень необычная. Поэтому Анна сейчас вам все объяснит. Если будут вопросы, то, пожалуйста, пишите их ниже, и мы постараемся на них ответить. До встречи. Так, добрый день, всем привет. Я надеюсь, меня слышно хорошо. Итак, немножко подытожу, что сказали мои коллеги Евгений и Геннадий, да, соответственно, повторяем, что до 4 февраля у вас есть возможность сдать на permit экзамен по старой программе, чтобы не учить новую. По поводу новой программы скажу пару слов. Мы сейчас с Евгением ее разработали. Там действительно 150 страниц, там будет 25 чаптеров, будет очень много вопросов, они будут сложнее. Естественно, мы готовим эту программу, она уже будет готова к началу февраля, как в офлайн-режиме, так и в онлайн-режиме. Но я хотела вам еще раз сегодня все-таки показать, как работает наш веб-сайт, который мы специально подготовили для удаленного обучения. У вас есть возможность просто зарегистрироваться прямо на сайте, это можно сделать сегодня, сразу после вебинара или во время вебинара. Давайте сейчас я открою экран и покажу вам страничку. Так. Итак, вот наша страница в веб-сайте.
она доступна на двух языках, на русском, на английском. Давайте я вам сейчас расскажу пошаговую инструкцию, как правильно зарегистрироваться на веб-сайте и как сделать так, чтобы у вас был доступ к удаленному обучению. Первое, то, что вам нужно будет сделать на веб-сайте, это создать свой аккаунт. Да, у меня здесь уже как бы забиты мои данные аккаунта, но вам нужно будет сюда придумать пароль и написать свою почту, нажать «Создать аккаунт», но я нажимаю «Войти», поскольку мой аккаунт уже создан. Еще раз здесь нажать «Войти через почту», повторить все то же самое, кликнуть «Войти». Все, у вас здесь появится ваше имя, фамилия, ваш аккаунт. После этого вы нажимаете на закладку «Permit CDL». Там вы увидите обучающие видео, которые будут для вас доступны, и также все тесты для получения пермита. Первым шагом для прохождения тестов вам нужно также будет для них зарегистрироваться, потому что для использования наших тестов мы используем нашу внутреннюю программу, которая называется ProofMe, и, собственно, именно там вам и нужно будет зарегистрироваться, чтобы все, чтобы у вас был доступ. Давайте сейчас попробую я сделать это на веб-сайте здесь. И открываем уже, кликаем сюда на регистрацию. Регистрация будет пройдена, и дальше уже открываем General Knowledge 1. Да, у нас сейчас есть несколько подразделений по блокам General Knowledge. Соответственно, система вам даст доступ, и вы будете видеть доступные вопросы. Вот они пошли, General Knowledge 1, первый блок 75 вопросов. И давайте, может быть, будучи уже внутри нашего веб-сайта, я вам покажу, как работает наша методика. Да? Как мы вообще обучаем наших студентов, у нас есть... уникальная методика, вне зависимости от вашего уровня языка, как вы хорошо знаете английский, как хорошо вы умеете читать, писать, понимать. На самом деле это не имеет значения, все, что вам нужно, это просто запомнить наши ключевые слова. И мы как всех обучаем в нашей школе, то есть мы не читаем вопрос, мы не читаем ответ. Единственное, что должен запомнить студент, как пишется и слышится ключевое слово. Да, то есть в данном тесте General Knowledge 1 ключевым словом будет являться pumping, да, pumping, качать. Вот оно, это слово, и, соответственно, если вы его увидите, я его сейчас выделила на экране, это всегда будет являться правильным ответом. Да, ну давайте вот второй посмотрим. Опять же, я не читаю вопрос, просто знаю, что слово будет within, stop within, вот оно, наше ключевое слово. Следующее ключевое слово будет even if will is turned. Вот такие вот слова, выражения, да, где-то это могут быть цифры, где-то это могут быть одни слова, два слова. Но все вместе, когда вы будете просматривать потом эти вопросы, у вас ваш мозг, вы будете сами удивлены, но он будет помнить и знать и уже видеть те самые ключевые слова, которые будут вам показывать и указывать на правильный ответ. В четвертом вопросе, например, слово будет антифриз. Вот, как я сказала, давайте я сейчас вернусь еще раз к нам на веб-сайт. Что еще здесь можно сделать? Значит, смотрите, мы предоставляем здесь наши 4 теста на General Knowledge, есть также Airbrake Combinations, и здесь же у вас будет возможность скачать наши ключевые слова, поскольку мы вам дадим уже доступ, да, вот у вас автоматом я нажала, и они начали скачиваться на компьютер. Соответственно, вы их сможете потом открыть и работать, распечатать, работать с ними по всем тестам, там туда включены Airbrake, Combinations, все наши ключевые слова будут также вам доступны. Вот, если вас заинтересовало наше удаленное обучение, вы можете либо, может быть, Евгения, вы можете ссылку дать на сайт в чате, пожалуйста, на этот сайт. Удаленное обучение, соответственно, вы можете либо нам позвонить, либо заказать прямо здесь через сайт, оплатить через сайт, то есть это возможно, то все будет достаточно легко, но в любом случае мы будем готовы вам помочь. Значит, еще есть небольшой формат, который я бы хотела вам рассказать, что вы можете полностью готовиться сами, то есть без преподавателя, либо с преподавателем, да, это будет немножко другая цена, я думаю, что Евгений здесь лучше вас точно сориентирует по этому поводу, поэтому мы просто предоставим вам доступ, и вы будете заниматься сами, вы можете видеть прогресс, как вы проходите ваши тесты, насколько хорошо у вас идет, да, укладывается информация нужная для получения пермита, либо вы можете попросить преподавателя, то есть это мог быть я или Дана,
И мы будем выходить с вами на онлайн-связь также и, собственно, работать с вами, рассказывать вам, объяснять, как это все работает. Вот плюс-минус как-то так. Если у вас есть какие-то вопросы, мы сейчас будем делать, все равно отвечать на вопросы. Я вижу, что там в чате много какого-то движения происходит. Поэтому будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Поучительно, познавательно. Да, кстати, по поводу удаленного обучения. Это новая программа, ну, новые вот эти вопросы, которые будут. Значит, понимаете, они занимаются полтора месяца, может, два у кого-то. Значит, мы сейчас работаем так, чтобы вы могли это дома сдать. То есть вы работаете с нами, мы вам помогаем. Вы дома сидите, учите их, не надо тут два месяца сидеть в Майами. Вы их учите и сдаете онлайн, получаете сертификат, уже с сертификатом приезжаете, начинаете дальше это делать. То есть мы пока опять не знаем, что будет во Флориде, какая очередь будет этого сертификата. Допустим, если в Мичигане уже есть сообщение, что до получения сертификата там люди даже не могут пермит получить. То есть DMV отреклась сразу работы, они никогда вообще работать не хотят. Они отреклись от работы, поэтому они говорят, нет, получите сертификат, а потом придете получать пермит. То есть они умыли руки, теперь к ним мало народу пойдет, пока эти получат. То есть они сейчас буквально два месяца будут сидеть отдыхать. У людей все равно уйдет время на сертификаты. Значит, поэтому будем удаленно проводить эти занятия. Можете к нам приехать здесь с педагогами заниматься, можете удаленно. Удаленно также заниматься с педагогами надо будет. Вот, там с педагогами заниматься. Вот, то есть там будут назначены часы работы педагога, вы будете собираться в классе, и будет с вами педагог работать со всеми. Вот. Значит, по вопросам. Если вопрос, значит, давайте по вопросам я Геннадию. Геннадий, подключайтесь, я тоже буду на линии, мы по вопросам ответим. Значит, если есть еще раз вопросы, пожалуйста, пишите или вверху справа, или можете писать уже в чате, потому что мы работаем над вопросами. Да, Ген, пожалуйста. Окей, господа, значит, один из вопросов. Ждущая информация. Классное название. Нужно быть гражданином Соединенных Штатов, иметь грин-карту или иметь непросроченное разрешение на работу, чтобы получить коммерческий драйвер лайсенс. Если ваше разрешение на работу закончилось, но вы выпадали из того, как оно закончилось, вы подходите. Если вы подали после того, как оно закончилось, то вам не дадут сдавать. И еще один момент, который я хотел бы отразить чисто правовой. Мы не являемся владельцем информации, которая позволяет вам получить теоретические знания по новому закону. Этой информации полно везде. В чем мы специализируемся, в чем наша программа, которую создал Евгений и Аня, продолжают они над ними работать, это помочь вам эту информацию использовать для того, чтобы сдать. Другими словами, вы можете смотреть на YouTube, вы можете пойти в Национальную библиотеку Конгресса, вы можете спрашивать у друзей и знакомых, у вашей маникюрши и педикюрши, но в конце вам нужно прийти к тому, кто имеет разрешение на то, чтобы оформить вас и принять у вас экзамен. Это Леонардо Сидиел. Поэтому вы можете рвать волосы на голове, вы можете побриться на лысо и готовиться, или можете прийти к провайдеру. И как это будет происходить? К примеру, вы подготовились, вы семи пядей во лбу, папа ваш был Эйнштейн, мама ваша Мария Кюри, у вас IQ 350, и вы можете лететь в космос просто напрямую. Вы приходите к нам, вы сдаете этот экзамен на компьютере. Если вы сдаете все 31 параграф выше, чем 80%, мы даем вам сертификат, и в течение 48 часов мы должны зарегистрировать вас на федеральной базе данных, в которую будет включено ваше имя, фамилию, номер драйвер лайсенса, ваш social security номер, адрес, сколько часов вы отзанимались и какой у вас проходной балл. Уже проходной балл мы знаем, не 80%. Если вы Эйнштейн, то у вас будет 101%. Один вам добавят просто из космоса.
но это возможно. Таких провайдеров, наверное, будут тысячи, поэтому вы можете выбрать любой, чтобы сдать и зарегистрироваться. Мы предлагаем наши услуги, как Анна сказала, Евгений, как на интернете, чтобы вам не нужно было уезжать от семьи. И когда вы уже сдадите, тогда вы уже сможете приехать и пройти дальнейшую подготовку, которая будет включать в себя подготовка к CLP. Это никуда не пропадает. Паркинг и выезд на дорогу. Или behind the wheel test, так называемый. Опять же, информации полно. Мы обобщили для вас и сделали ее возможной. Сколько это будет стоить, мы пока не знаем. Наверное, никто не знает. Но, по всей видимости, цены будут в районе тех, что были раньше. Например, чтобы сдать на драйвер лайсенс здесь, а просто когда ты уже готов, это стоит порядка $500. То есть вы подготовились, приехали, мы взяли с вас эти деньги. Если вы сдали, прекрасно. Если нет, вы уезжаете, готовитесь опять приезжаете, опять платите. Или вы платите нам сразу сумму, которая позволяет нам подготовить вас к сдаче этого экзамена. Потом мы готовим вам притрип, потом мы готовим вас к CLP, потом мы готовим вас на ярде, на площадке, как сдавать грузовик назад, вперед-назад и выезд на дорогу. После этого вы получаете CDL, коммерческий драйвер лайсенс. Опять же, вы можете просто приехать к нам уже с этим сертификатом, если вы получили его в вашем штате у другого провайдера, и все пляски пойдут с самого начала. Подготовка к CLP, подготовка притрип, подготовка на парковку, подготовка выезд на улицу. Все это остается так, как и было. Как я уже сказал, федеральное правительство добавило только вот эту теоретическую подготовку, которая должна... В одних штатах она будет предшествовать тому, чтобы получить пермит. В других штатах она, наверное, будет являться первой. Во Флориде, похоже, это будет первой. Но я не могу сказать. И я не могу найти эту информацию. И я не знаю, существует она или нет. Или я просто не могу ее найти. Но мы скоро узнаем. Опять же, те, кто думает, что у них есть время, к сожалению, господа и дамы, нет, времени нет. Последний это 4 февраля, но у меня серьезные основания считать, что DMV может просто или отменить все аппойтменты, чтобы перейти на новую программу, усложнить вашу жизнь и облегчить свою, или все аппойтменты будут разобраны теми, по-английски они называются strugglers, те, которые отстали от поезда и бегут за ним, чтобы догнать. Дамы и господа, поезд на самом деле уже ушел. Попробуйте догнать, но у вас 2 дня, чтобы догнать. Есть, которые могут подготовиться за 2 дня к сдаче на пермит, но опять же, даже если вы готовы, а аппойтментов нет в DMV, то вы не сможете его получить, а не сможете его получить, вы возвращаетесь опять туда, откуда мы начали прохождение вот этого курса и сдача вот этой книги, информацию из этой книги и других таких книг. Поэтому, если есть какие-то вопросы, звоните нам, или выходить на наш веб-сайт. А на этом я с вами прощаюсь, потому что, наверное, я вам не говорил. Спасибо, Ген. Значит, вопрос еще один. Каримов Сунат спрашивает: добрый день, можно ли с драйвер лайсенс другого штата получить CDL во Флориде? Да, это возможно, но вы станете резидентом Флориды. Вы приезжаете во Флориду, начинаете жить во Флориде, меняете свой драйвер лайсенс на флоридский, после этого получаете CDL. Потом уже, когда вы захотите переехать в другой штат, в любом штате вам поменяют обратно драйвер лайсенс на тот штат, в котором вы хотите. То есть вы можете перемещаться по Америке свободно. Никто вас не запретит. Так, ребята, еще вопросы есть? Хорошо. Значит, следующий вебинар у нас будет 20 числа. Да, это уже будет 20 числа. Совсем-совсем немножко до 4 февраля. Также в 12 часов нью-йоркского времени. И еще раз хочу вас предупредить о том, что я в прошлый вебинар говорил. Очень много будет левых этих сертификатов, которых вам будут там за $5 выписывать. Не ведитесь на это, вы потеряете не только CDL,
допустим, вам выпишут сертификат, вы все пройдете, все получите, но если выяснится, что он сертификат не подтвержден у вас, что вам просто его выписали за красивые глазки или за $5, эту компанию все равно рано или поздно накроют, так как это федеральный закон. Федералы накроют эту компанию, и те, кто получил CDL, их лишат не только CDL, их могут даже прав лишить за обман на год. Так что не ищите легких путей, не нарушайте законы, получите сертификат правильно. Так, вопросов я вижу больше нету. Значит, еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Завтра мы с вами прощемся уже в 22-м году по российскому времени, по российскому Новому году, старому Новому году. Поэтому всего хорошего, до встреч. Мой телефон, Анна не высветит. Значит, мой телефон можно... Ага, вот, пожалуйста, мой телефон. Можете в любое время со мной связаться, поэтому не проблема. Также с сайта можно мне позвонить напрямую. Все, всего до свидания, всего хорошего.